Друзья, всем доброе утречко. Ну что, прошел уже почти месяц с момента моей перезагрузки. 4 недели позади. И осталась финишная прямая. 2 неделечки. Поэтому за эти 2 неделечки нужно поднажать тренировочки, питание. И к 8 марта будет супер-мега результат. Чуть немножко не выспался. Поделюсь своим завтраком. Это кашечка, орешечки. Немножечко кофеечка. Пью только утром. И яички еще варятся. Вот такой завтрак. Маюшечка спит в таких условиях. Там уже шоу, Маюшечка, начинается. Без тебя никак. Тут какой-то кипиш, жесткий вообще. Трешняк происходит. Надо быстренько, Маюш, соберись. Все хорошо? Выспалась? Чисто сон 15 минут. Все, кто еще спит? Все, встаем. А мне надо еще перекусить. Вот моя поляна с едой. Какая-то задержка нереальная. Майя, в чем проблема? Проблема в чем, я не могу понять. Это мы Кадони ждем. Кадони ждем? Да, как обычно. Что, не устали Кадони ждать? Он опаздывает. Честно, устал безумно. Спасибо тебе, Кадони. Да, вот так вот. Опачки. Друзья, финальные 2 неделечки. Финальные. И уже через 2 недели буду подводить результаты своей перезагрузки. Тяжело, но радует то, что есть. Прогресс, есть результаты. А так, друзья, держитесь, набирайте сил и начинайте именно сейчас. Так, теперь беговая дорожечка у нас. Хорошее завершение, это кардио. Фу, и полчасика на дорожечке. Сейчас бомбанем. Так, у нас серьезная рубилова в Imaginarium. Просто. Уничтожаем. Просто. Серьезно? Супер убила. Сейчас посмотрим, кто здесь у нас за логику отвечает. Супер игра называется. Поехали, тусуй колоду.